Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня веселый роллинг, я надеюсь, на русском сервере ввели коллекционера. И у нас роллинг под коллекционера. Ну, коллекционер, как обычно, на русском печальный. Печальный, не меняют его по сравнению с английским сервером, который я вам показал с утра. Такое себе, честно скажу. Единственное, что трата еще есть дополнительно, хоть какой-то шанс получить еще какие-то плюхи для бездонатов. У нас, по сути, бездонатный аккаунт, ничего такого сверх, прям мега вау по донату здесь нет, но есть вот такой вот коллекционер, где можно, в принципе, собрать фобушку, осколки, опять же, получить эмблемы на архи. Ну и, конечно, получить Мишу. Точнее, плюхи за Мишу, по сути, герой бесполезный. Остальное все такое себе. Ну, не знаю, ребята хотят, попробуем сегодня это сделать. Сейчас посмотрим на аккаунт. Так, аски-баски, не знаю, что оно означает. Находится гильдия Апофис, Апофис. Не знаю, где правильно ударение ставить. По-разному бывает. Первое, второе, третье места. Битва гильдии, атака фортов. Босс третий, 20.00. БГ форты на БГ, набиваем 1000. Вот так вот, такой вот у ребят. Такая вот цель. И правила, кидайте заявочки, вступайте. Поехали, посмотрим, что у нас тут за аккаунт. Что на нем есть, чего на нем нет. Роза. Некрос, Фобос, Космо. Ну, понятно, я донат всех смотрю. Так. Миша он не дособирал. Будет смешно, конечно, если мы его выбьем. Буги Скиталец. Капитан Рогатка. Свалин. Оккультист. Седна, ну, в принципе, неплохо. Фрея, Трифи, Тесса. Окей. Он говорил, там еще коробки посмотреть. Таланты, если кому-то что-то надо будет поменять. Окей, поехали. Посмотрим. Какая сегодня удача на русском сервере. Королева Гарпий, Заклинательница. Ну, в принципе, леги через раз падают. Дед Мороз. Пожалуйста, Фобушка, ребятушки. Фреюшка. Просто изи. Бигфутик. Варлок. Да ладно. Бульдозер. Ниндзя-фея. Ну, что я могу сказать? Фобушка, раз. Рейка, два. Ну, вроде и все. Ну, Фоба и Фрей, я думаю, это уже удачное начало. Поздравляю. Плюс два героя у тебя уже есть. Ну, одна Фрея только чего стоит сейчас. Самый такой топовый трешовый бездонатный герой, который реально очень хорошо помогает. Так, окей, поехали дальше. Рейдикс бегаем, как обычно. Во, посмотрите, какие злые у него герои. Но они наткнулись на одну Фрею, которая полностью нафиг слила пачку. Отлично. Ну, у него теперь тоже есть Фрея, это очень хорошо. Такс, let's go. Студеный, друид, рыцарь. Какой-то неудачный у нас Махатма, нифига себе. Ниндзик. Какое-то такое, знаете, заходик. Ну, рандомчик. Рандомчик не хочет нам больше отдавать лег после того, как мы у него забрали более-менее топовых имбовых
Просто изи разнесли. Ну, не мы, а нас. Так, Купидон. РТшка. У меня такое чувство, что слизни начали падать. Еще один Купидон, укротитель. Намного хуже, нежели это было раньше. Фрэнки Укрот. Землеройка. Ну, нафига нам землеройка? У него землеройка уже есть, блин. Печально, печально. Хотя, блядь, одна Фрея, ребят, одна Фрея только чего стоит, если ее нету, человек понимает сразу же ценность этого героя, когда он выпадает. Без Фреи, конечно, сложно, но когда есть Фрея и такие герои, как у него, в принципе, уже можно без проблем фармить многие локации, ту же самую битву гильдии и прочее намного легче, тем более, если есть ресурсы для прокачки аккаунта. Ну, у него, в принципе, ресурсы есть, по слизням не знаю. У какашки какашек хватает. У-у-у. Стоит огненка на сменке. Сейчас пересмотрим, что у него тут по героям. СО огненка, ЕМка. Ой, живо, точнее говорю. Так, ну такое. Дойдем до коробочек, попробуем. Попробуем что-то вытащить. Ну, стойку можно влепить, кстати. Сразу же Фрей, как вариант. На будущее. Так, окей. Поехали. Трифит, отлично, еще один. Тун-тун-тун-тун. Тун-тун-тун. Тун-тун-тун. Ну. Тун-тун-тун не работает у нас. Студеный и купидонище на последнем. Ну вот так вот, за 150 еще купидончика выбили. 13-15. Ход конем мы делаем. Хотя, в принципе, нахрена ему это все. Это все дичь. У него уже есть целый фобос собранный. Ход конем 14-15. Так. Отлично, еще и трифида вытащили. Такс, окей. Такс, а теперь самое интересное. Поехали посмотрим, что у него по талантам. Ремка. Ракушка. Ярость. У него тут, наверное, на всех пятерки, там, кроме последних, то, что я видел, стоят пятерки. Не на всех. Не на всех. Опа! Опача! Поставлю пока ремочку. Хотя можно было, наверное, кому-то другому посмотреть ремочку, но. Ярость небес. Так, утекание. Делаем вот так вот. Ворта, приговор по сути никому не нужен. Так, ожог. Ищем его Роньку. Ронька где-то. А, Ронька у нас уже с ожогом. Ремка. Ну, это по сути. Да, вижу он тут. Тоже изгаляется над героями. Так, баст, 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 баст.
Такс. Здесь утекание качнуло, я бы лучше там, конечно, прокачал бы. Сюда баст бессмысленно. Маска, водушка. Это печаль. Это печалька. Ракушка. Баст. Берс, тыква. У него уже с десяткой даже, нифига себе. Вот это мажор он. Так, ТУшка, это химка, если есть, если... Они уже раскол стоит, СУ тоже нафиг никому не надо. Ух, войны. Каменка до одного места лучше, плюс дамажит больше. Огонь жизни тоже вроде и классно, но крит там активируется только когда меньше хп. В основном он будет не доживать, а атаки у него много не будет. Поэтому такой вариант, ну, не очень. Выживание, ринка. Странные у него таланты. Так, выживание. Блин, ну не знаю. На этом мы, наверное, остановимся, потому что тут куча героев. Их сейчас переролит. Половину пропустим, половину еще надо вытащить. В общем, такой вот, ребятушки, у нас получился роллинг. В принципе, довольно-таки неплохой. Выживание можно, конечно, но у него нету скина, был бы у него скин, можно было бы еще и получили самиков штуку на халяву. Че, попробуем добить. Падлы. Чисто, красиво сделали в ноль. Такс, пушки заберем. Вот такой вот роллинг, как видите, изначально красиво, конечно, начало падать, но потом, к сожалению, что мы по коллекционеру собрали. Вот так вот. В принципе, Фрея, я считаю, это более чем достаточно, плюс Фоба, два такие героя, которые на этом аккаунте реально очень нужны. Один для PvP локации, один так. В общем, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Владелец аккаунта обязательно посмотри видео сбора героев, таланты, есть обзоры, кому надо, ребят, есть обзоры на героев, плейлист с обзорами героев, все, что хочешь, тестировал, показывал, всем удачи, всем пока.